Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои награды, Лига Сёгунов 3 звезды. То есть меня скинули все-таки, да, с мастеров. Все-таки сбросили, негодники. Так, забираем здесь пак, и нам выпадает Кирби. Задание. Так, открыли колоду. И бежим к нашему нейтрализатору. Так, где он у нас находится? Вот он. Мы будем дальше прокачивать ему нашу супер мощную атаку. Надеюсь, она мощная, супер. Так, нам нужно с тобой 8 комиксов найти. Один выпал, причем сразу. Портрет короля, это меня не интересует. Опять король. Просто мутаген. Кукла Дарума. Так, третий комикс выпал. Ну и пошло-поехало, да? Кукла Дарума. Портрет короля, все вокруг да около, и комикс чувак все-таки выпал. Так, подожди, нам нужно еще с тобой вот здесь вот попробовать вытянуть. Так, выпал. И выпал. Все, друзья, задание пока выполнили. Сколько нам там не хватает? Трех комиксов. В принципе, это не так уж и много. Здесь забираем награды. Пройти одну серию испытаний. Ну что, пробежимся по-быренькому. Чё нам терять? Так, друзья мои, сегодня после арены мы идем на испытание девичья сила. Да, если кто забыл. Проходить будем с закрытыми глазами. Может быть, вообще просто поставить на прохождение и пойти пить чай или кофе, а? Как ты думаешь? Да нет, конечно же. И я буду сидеть и контролировать, они же за меня здесь не будут сами делать действия. То же самое ускорение нажимать и тому подобное, да? Поэтому приходится сидеть привязанным вместе с ними. Так, ну что, вторая волна, и у нас здесь Паукус, Бибоп. Ребят, вы иногда спрашиваете в комментариях, Рэй, там, кого лучше прокачать? Того-то или того-то? И главное спрашивает, кого прокачать? Бибопа или Ваньку Стиранка? Я еще раз повторяю, ребята, у нас в игре, по-моему, 3 или даже 4 бибопа есть. Какого именно ты хочешь прокачать? Классического? Или, я там не знаю, какие там у нас еще есть? Бибоп-фильм, да? То есть, они все разные. И это не говорит, что если ты одного прокачаешь, то он будет такой же, как и второй. Они абсолютно разные, они отличаются своими ударами. Этот, например, который здесь был, он может уклонение офигенно на себя повесить. Фиг ты по нему попадешь. Другой может бомбить некисло. Например, удар локтем, да? Который бибоп-фильм. Поэтому все разные, надо уточнять, если что. Так, поднимите уровень персонажа. Ну, это проще по линореп. У нас мутагена с тобой хватит. 4500. Ну, в принципе, должно хватить, да? На минималочку. Ну-ка, давай глянем. Да? Тютелька в тютельку. 51 уровень получает у нас Донателло Классика. Забираем здесь остатки. Все. И бежим с тобой прямиком на арену. Смотрим, да? Ох, ёх. Макарек, меня даже понизили до Лиги Сёгунов 2 звезды. Это непорядок. С этим надо бороться, друзья мои. 55 уровень. Ну что, мы тогда там оставляем с тобой, наверное, Армагончика. Бибоп, Рокстеди, Голубпит и Роквелл. Погнали. 55 уровень, это ему на один зубок. Мы это все прекрасно знаем, понимаем. Кто-то, кстати, спросил, Рэй, почему ты не хочешь подраться с ними сначала слабыми? Я объясняю, ребят, подраться с нашими противниками слабыми персонажами не получится. Почему? Если я упускаю суперудар своим топовым персонажем, да, например, Армагоном, нас начинают разбирать. Элементарно просто идет зачистка моего отряда. Поэтому я всегда беру топового имбового персонажа, который может сразу с одного удара накрыть их всех. Кстати, кто-то мне тоже говорил в комментариях, что если ты даже возьмешь одного персонажа, награда получается такая же, как и за всю команду. Давай проверим. Сейчас, вот смотри, мы уберем Армагона, да? Просто хочу убедиться. Я беру Армагона и, например, вот этих. После битвы мы с тобой посмотрим результат, сколько нам чего дадут. И в следующем поединке я возьму лишь одного Армагона и посмотрим, будет ли у нас награда та же самая. Если да, тогда я все это время, что играл, просто тупил.
тупил в плане того, что я всегда рвался за кубками и думал, чем больше у нас персонажей, тем больше кубков мы с тобой получим. Но вот смотри, всего по итогу мы получаем с тобой 1075 кубков. Запомнили, да? 1075 кубков пролетели с тобой, ну, практически 20 ступенек. Ну что же, теперь давай посмотрим поединок, взяв одного Армагона. Уж больно мне интересно посмотреть, правда это или нет. Делаем и смотрим итог. Итог этого поединка. Если сейчас будет 1750 кубков, то я умываю руки. Так, смотрим итог. Но, друзья мои, и что вы мне скажете? Я утер вам нос. Все-таки я все правильно делал и все правильно понимал. 115 кубков по сравнению с 1000 с лишним. И то же самое мутагена. Так что ваш миф развеян. И вместо 20 ступенек я прошел всего лишь одну. Так что не надо мне там втирать, что можно одним проходить и получишь ту же самую награду. Все прекрасно это видели. Чтобы больше не было никаких вопросов, почему Рэй берет всю фуловую команду и почему он даже с этим топовым персонажем берет обязательно всех. Вот для того, чтобы получить больше кубков и, естественно, быстрее подняться в рейтинге. Вот для чего это все делается. Офигеть, разница в 100%, ты прикинь, да? 1750 кубков или 175. Это разница, конечно же, налицо. Но ты посмотри. Вот, вот тебе итог. Почему, ребят? Потому что выжившие получают 1000. Это выжившие все мои персонажи. Их 5, за каждого идет, получается, по 200 очков. Плюс побежденные враги, это вот эти 75. И общая сумма получается 1075. Плюс бонус за выживание и бонус за победу. Это все умножается. Поэтому, ребята, вот видишь, по 20-очке. Поэтому, чтобы не было больше вот этих вот дурацких, как говорится, предложений. Потому что люди читают, тоже бывают комментарии и думают: блин, да, надо действительно сделать вот так вот. А потом удивляется, почему мы медленно растем. Потому что не слушайте никого, всегда проверяйте достоверность. Так, ну что, давай дальше продолжаем. 63 уровень у нас пока. Мы до сих пор еще с тобой в Лиге Сёгунов 2 звезды никак не можем перейти. Ну это и понятно. Здесь сейчас будет не все так просто, как хотелось бы. Персонажей, слава богу, у нас хватает. Откатов тоже хватает. Поэтому давай мочить. Замечательно. Армагуша, как всегда, в своем репертуаре. Я даже в нем нисколечко не сомневаюсь. По крайней мере, до 68-69 уровня он может всех спокойненько распинать. Хотя были и за ним, конечно, косяки, когда он не смог справиться даже с, по-моему, 59 или 58 уровнем. Я вообще не знаю, как это можно объяснить. Тут даже если по минималке сделать, да, Армагона, по минималке его урон, он все равно должен был вынести персонажа с низким уровнем. Но он почему-то этого не сделал. Он оставил его немножко хп и пошел потом он там громить моих персонажей. Ну, а вот 64-65 уровень я все-таки больше склоняюсь к тому, что это ему по зубам. Без, естественно, потерь. Потом, конечно, когда уже будет ближе к 70 уровню, нам придется с тобой брать уже подкрепление. Ну, подкрепление мы будем брать с тобой как? Тратя всего один откат, потому что у нас есть там персонажи, которые могут за себя постоять. Это и Леонардо, это и Супер Шреддер, это и Усаги, и Ванька Стиранка, и таких много. Таких много, которые вместе с Армагоном. Потому что основной дамаг наносит Армагуша, а остальные как бы прикрывает наш отряд, делая второй ход, и просто элементарно добивают противника. Вот и все. Простая, как говорится, арифметика. Уже за 600 там с лишним серий можно было, ребята, это все вызубрить.
Элементарно. Тем более, кто смотрит уже давно, мне кажется, он просто знает все наперед и наизусть. Это уже проговорено не один десяток. Какой-то десяток, не одну сотню раз. Просто-напросто. Так, ну слушай, 67-я позиция. То есть есть шанс с таким темпом дойти сегодня до Лиги Мастеров. Скорее всего, две звезды. Единственное, что меня тревожит, это откаты. Их 12 штук. И мы с каждым разом все тратим, тратим, тратим. Получается, это 12 боев чистыми, если будем брать одного Армагона. И 6 боев, если мы уже будем брать с тобой двух персонажей. Но это уже ближе к концу. И, кстати, сегодня был такой офигенный баг. Именно с пропусками, да, именно с откатами. Я смотрел рекламу, ну, за откаты, как у нас обычно происходит. И получилось так, что я просматривал рекламу, а мне билеты не начислялись. Понимаешь? Не начислялись билеты, а реклама не заканчивалась. И я просто был в шоке. И что думаю делать в этом плане? Думал, может быть, перезайти, перезагрузить. Перезагрузил игру. Нет, ничего абсолютно не поменялось. Я смотрел просто тупо рекламу. За просто так. То есть мне ничего не давали. Обалденно, да? Видимо, пора разработчикам немножко обновить баги, лаги, чтобы они прекращались. Потому что когда долго, например, игру не проверяешь, да, она начинает захламляться. У нее начинаются какие-то там неполадки идти, и их нужно потихоньку периодически координировать, исправлять маленькие баги. Потому что если их не трогать, это все, ребята, приведет к печальным последствиям. Потом начнет игра зависать, потом начнутся всякие непредвиденные ситуации. Я имею в виду в плане боевки, да, там зависнет. Вот помнишь, как у нас, например, в игре в Олухи всадники дракона, да, где во время поединка дракон может просто зависнуть у врага. Просто рядом с ним остановиться и все. Это тоже, ребята, от этого зависит. Надо периодически делать обновления. И исправлять, естественно, эти ошибки. Так, ну что у нас тут? Кстати, вот из-за таких ошибок бывают как раз вот эти вот непредвиденные ситуации, когда персонаж, например, 50 уровня, да, с одной плюшки выносит тебе 100-го бойца. Как спрашиваешь? А вот так вот. Просто элементарный баг. Глюк или еще что-нибудь. Такого, в принципе, не должно было быть, но так как сбой в программе, это получается. И ты начинаешь сидеть и думать, а как же это вышло? Где я ошибся? Что не так? А дело не в тебе, дело в программе. Дело в игре. Ну что, мы с тобой сейчас дойдем до Лиги Мастеров. Я думаю, еще один поединок. Нам нужно будет подраться, и, в принципе, мы будем с тобой в мастерах. Слушай, до двух звезд я уже как-то сомневаюсь. Вот смотри, вот еще один бибопчик, который у нас есть. Этот, кстати, бибоп очень сильный. У него удар локтем, пускай он и одиночная атака, но наносит дамага, будь здоров. Особенно если прокачать. Ну смотри, Армагуша пока вообще идеально идет, да? Всех моих ребятулек он спасает, выручает, и, соответственно, мы с тобой получаем кубки. За счет него только и растем. Ну вот и Лига Мастеров. Дошли мы до нее. Так. Ну что же, 16-22 уже дают нам с тобой. 66-й уровень противников. Блин, сколько у нас с тобой 50-х уровней? Вот сейчас в данный момент 55-е пошли. Их просто немерено. Я тебе серьезно говорю, их немерено. Большая половина, наверное, моих персонажей имеет 50-й, 55-й, 52-й, 53-й, 54-й уровень. 60-ю грань они не перешли. Когда они перейдут, я фиг его знает. На них нужно очень-очень много мутагена. 84-я позиция. То есть мы пролетели с тобой, ну... Так, Майки. Интересно, мы этого Майки сможем ушатать? 66-го уровня. Или он... У него же инициатива офигенная, да? Давай проверим, у кого круче. У Армагона 100-го уровня или же у Микеланджело 66-го.
Если он сделает уклоняшку, мы сфейлимся. Все-таки у нас инициатива здесь больше. Значит, фейл им. Но если бы Микеланджело бы все-таки по инициативе смог выиграть, он бы сделал, скорее всего, уклонение. И тогда вот этот вот супер удар волном мог сыграть только 50%, мне кажется. 50 все-таки уклонилось бы. Или бы не добили. Так что здесь очень рискованно играть вот в такие игры. Как говорится, надо оправдывать риски, чтобы они были оправданными, а не просто так. Сделала потом, а, да ну нафиг. Такого не должно было быть. Надо все прикидывать. Но опять же, сколько я играю, сколько я уже этих уровней и боев прошел, все равно бывает вот. Вот, ребята, и итог. Знаешь почему? Потому что я заговорился и просмотрел, что мы с тобой уже дошли до 73-х уровней. И сейчас, кому-то будет очень и очень плохо. Я, в принципе, даже знаю кому. Слушай, если нам взять с тобой провокацию на... Блин, ты фигово, ребят. Давай молот, наверное, бросим. Окей. Так, если я кидану... Ну, давай попробуем. Носорог, давай-ка ты, наверное, сделаешь свой козырный удар. В инвиз ушел. Все, ребят, нам повезло. Это крупное везение, потому что в инвизе он не делает ход, естественно. А так как он один, мы его видим и добиваем. Вот, чуть было не сфейлились. Это еще пацаны мои 55 уровня выдержали атаку 73-х. Смотри. Это что-то с чем-то. Если бы, конечно, Боксер Стокман выпустил бы маузеров или сделал бы свою волну, поверь мне, итог был бы намного плачевнее, чем сейчас. 59-й ранг у нас. И опять, смотри, и опять они вернулись к 65-м. Вот почему такие перепады офигенные? С чем это вообще все связано? Я ума не приложу. Я приложу только одно, что у нас с тобой 4 отката осталось. А боев еще... Ну, как раз, наверное, 4 отката на всех моих персонажей хватит. Я на это рассчитываю. Потому что если, конечно, сейчас выдадут 75-й, 74-й, ну, даже хотя бы 72-й, это уже будет напряжно. Армагон может не вытянуть. Так, и позиция у нас с тобой 46. Что-то вообще еле-еле идем. Вообще еле-еле. Начинается вот этот вот, я это называю, ребята, камень преткновения. Когда вроде бы идешь хорошо, да? И тебе обязательно начинает вот так вот пакостить. Начинает тебе понижать, как тебе сказать, получение кубков, да? Непонятно почему. Ты же получаешь те же самые 1700 или 1075 кубков, да? Но ты же не пролетаешь те самые 10 ступенек, которые были до этого. Ты пролетаешь всего лишь, например, там 6 или 8. Почему? Если награда та же самая. С чем вот это связано? Непонятно. Со сложностью? Так вы тогда делайте другие расценки. Другие расценки, если тяжелые бои пошли, так вы давайте повышенный нам рейд. Например, не x2, а там, наверное, x5 умножение. Да? Если повышенный бой, почему вы тогда оставляете предыдущий? Ну вот сейчас посмотрим. Вот смотри. Х5, Х2, да? А нет, ребята, немножко повышен идет рейтинг по кубкам. Там было 1075, а здесь 1235. Но все равно, друзья, там, извини меня, были 40-е и 50-е уровни, а здесь 73-е и 74-е. Ну, практически 75-е. И все равно, я считаю, здесь нужно все-таки бонус за победу не Х2 делать, а хотя бы Х4 и бонус за выживание Например, 7. Ну, это повышенная сложность уже идет, согласись. Лига мастеров, она достойна большего. А они почему-то всего лишь прибавили нам... сколько там? 180, да? 180 кубков практически за топовые бои. Но это неправильно. Так быть не должно. Вот поэтому у нас и начинается вот это вот застревание. Мы топчемся на месте... Получает там какие-то ничтожные... Так, подожди, сейчас проверим, да. Получаем там какие-то ничтожные с тобой кубки, копейки, грубо говоря, да?
С одной стороны, это неправильно. А с другой стороны, если бы мы все получали бы повышенную награду, все бы давно уже были бы в топовых местах и ничего бы не делали. Понимаешь? А игра предназначена для того, чтобы здесь проводить время. Здесь стараться пыхтеть на слабых уровнях. Заходить в эту игру не один раз в день, как я, а по 3-4 раза. Следить за откатами и, соответственно, их использовать. Ту же самую энергию и все остальное. Так, ну что, у нас с тобой остается всего лишь 2 отката. Ребята, 2 отката. А бойцов еще, ёк-макарёк. Ты посмотри, сколько. Да, бойцов-то еще приличное количество. Но зато следующие поединки мы с тобой будем, наверное, уже играть без Армагона. У нас есть свои ребятушки, которые уже, в принципе, 70-ники, да? Даже 80-ники. Тут они и сами справятся. Армагон им здесь абсолютно не нужен. Кролики, вы здесь ничего не сделаете нам опасного. Ну-ка, получи и распишись, парень. Так, этому сейчас... Ну что ты делаешь? Давай вот так вот. Готов. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И остаются там, наверное, 2 или 3 поединка последних. Место какое? Слушай, в Лигу Сёгунов, точнее, в Лигу Мастеров 2 звезды мы с тобой попадаем сегодня. Это я тебе точно говорю. Погоди. Там Майки был. Давай вот эту вот лучше команду. Ну что, Армагон, последний твой выход на сегодня. 1, 2, 3, 4. Последний выход на сегодня. И там уже придется чисто 4 бойцами проходить. Ну там какие? Леонардо. Там же у нас Усаги. Там же у нас Супер Шреддер. То есть шансов у противников вообще не будет на выживание ни малейшего. Замедление сработало плохо, но тем не менее Армагон устраивает пушку. Оу, ха-ха, ты видел? Вот такое вот бывает. У него практически не отнялось здоровье. Когда Зэк бросил бомбочку, столько хп, сколько у него было, столько и осталось после удара Армагона. Почему? То есть мы промахнулись, получается. Так, ну что, друзья мои, Лига Мастеров, сами видите, 2 звезды. У нас с вами последние 4 персонажа, и мы с тобой их отыгрываем. Тут самый, как говорится, смак. Самый топ. Рафаэль, Лео, все они сотового уровня. Все они у нас в платиновом ранге. То есть рвать и метать будут только шорох. Только уши, как говорится, будут заворачиваться у ребят в этих. Ну и Шреддер, я так понимаю, добивает их всех. Вот и все. Ну что, я думаю, где-то, наверное, еще 1 серия, и мы с тобой доберемся до топового места. Но единственная проблема в том, что у меня начинаются рабочие дни. Тогда это все смещается не на 1 серию, а, скорее всего, на 2. Потому что нам нужно дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, и плюс еще там подняться до топчика. А меня за это время скинут. Так, ну что, зайдем с тобой в магазин. Потому что у нас есть монетки, и мы... Да, ребята, мы покупаем... Подожди, что? Блин, да чтоб тебя. 75 нужно. Мы не покупаем. Это была ложная тревога, друзья. 75, а у меня всего лишь 72 монеты. Почему-то я думал, что он 70 стоит. Ну что? Хотя кто там у нас... Лео нам нужен, погоди-ка секунду. Ну, Лео же, да? Нет, Рафаэль. Если нам нужен Рафаэль, мы можем с тобой его нафармить. Ну, попытаться. Где только? Вот здесь? А здесь он фармится вообще? Здесь нет, здесь только ребята Леонардо. Ладно, фиксим. Ну что, 9 часов силы. Поехали. Ну, ты сам понимаешь, да? Тут даже говорить не о чем. Тут все... Всем и так будет понятно, что... Рвать и метать. Ну, опять же повторюсь. Шинигами еще никто не отменял. Кунэйчи тоже никто не отменял. Эти персонажи мне как нужны были, так и нужны до сих пор. Когда мы их, естественно, получим 5 звезд...
я от этого испытания, естественно, откажусь. Потому что и фармить-то здесь толком некого. Да-да, мы вот сейчас с тобой пройдем. Попробуем, наверное, пару раз пофармить. Хотя я бы, наверное, все-таки пошел бы и рискнул бы пофармить Леонардо. У нас там ролевой. У нас там... Какой еще есть? Леонардо видение разыгрывается. Согласись, эти персонажи нам нужны. Добываются они редко. Поэтому как бы упускать такой шанс, ну, было бы кощунством с моей стороны. А с другой стороны, если подумать, здесь тоже кунаичи, шинигами. Этих персонажей тоже фиг ты где найдешь. Меня вот убивает какая стая, я не знаю, там, клопов, муравьев или тараканов пробегает все время. Ты заметил на определенной локации? Просто рой бежит их. И из таких тараканов в свое время появились вот такие вот, ребята, бронированные тараканы. Когда у нас кто? Донателло или, по-моему, Рафаэль, я уже не помню, кто из них именно, решил сделать эксперимент. Прицепил камеру к этому таракану и решил поподглядывать. А этот таракан, когда полз, упал в стакан или в пробирку с мутагеном и превратился вот в такого чувачка. Злобный таракан с камерой вместо глаза. Так, окей. И вспомни еще по мультсериалу, да, вот эти вот два голема, брата. Их не так-то было простенько забомбить. Они практически не поддавались никакой физической атаке. Даже там они муталити эти помогали им. Как раз на этой тележке прискочили в бой. Ну, конечно, последний эпизод был шикарный. То есть не эпизод, а серия. Так, ну что, бомбанули, и все, ребят, прошли. Так, двигаемся с вами тогда далее. Сейчас, по-моему, будет, если не ошибаюсь, у нас Алапекс разыгрываться, да? Так, это змея Карай. А нет, морозильная кошка, после нее только Алапекс. И уже потом пойдет Шинигами и в конце Кунаичи. Ну, опять же, ребят, я играю на расслабоне. Сам видишь, на автобое. Потому что уровень противников 40-й. А мои сотники. Поэтому никаких абсолютно здесь проблем не должно быть. И не будет. Так, единственное, что я вот не помню. Здесь, по-моему, будет босс. А Ирма у нас случается. По-моему, здесь как раз Ирма и будет. Тыдыч минус Шинигами. Минус Алапекс. Минус Кунаичи. И две училки. Да, здесь у нас босс Ирма. Вот она стоит. Маленький хрупкий робот, который превращается вот в такую вот машину. Причем, как мне сказали, вот этот вот профессор чуть ли не самый главный злодей в мультсериале. Я сам немножко был в шоке. Я думал, что Прайм самый мощный. Но оказывается, вот этот вот маленький Ханорик, по-моему, Прайм это и сделал. И он хотел что-то там через Крэнг или через кого-то там завладеть миром. Короче, такой, знаешь, темный персонаж, на которого ничего плохого не подумаешь, а он на самом деле есть злодей, да? А все остальные там типа Шреддер и всякие мутанты, которые это просто пешки, расходники, которые были сделаны для выполнения, естественно, темных черных заданий, да? А те просто отсиделись в кустах. Но их планам, естественно, не дано было случиться. Это же надо в голову, да, вот кто придумал вот этот вот сериал про черепашек. Что черепашки попали в мутаген, стали людоподобными. Не какими-то там черепашками, а именно людоподобными черепашками. Хотя чему я удивляюсь, у них за бугром там свое мышление. У них же там и Человек-паук есть, и Человек-ястреб, я не знаю, там, может быть, даже Человек-змея есть. Вот у них фантазия, да, там фурычит. У нас все примитивно. Баба-яга, Кощей Бессмертный. Змей Горыныч. Это наши
Супергерой, суперзлодей. Это суперзлодей, а супергерой — это у нас Илья Муромец, да, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Также там еще был, я помню, в свое время Кожемяка. Кто еще там? Ванька Дурачок — это самый главный, наверное, добрый персонаж. Как говорится, с дурака как с гуся вода. И больше я не знаю, ребят. Ну там еще есть, конечно, всякие коньки-горбуньки, но это уже второстепенные такие персонажи. Серый Волк, да, там 33 богатыря, там премудрые всякие, королевишны наши. Да, у нас в основном как бы, ну, люди главные персонажи, обычные люди без спецвозможностей каких-то там, чисто на смекалку. Как этот тоже, вспомни, там, солдат с огнивом или кашей с топора. Ай, да, вот на что была наша фантазия, ребят, на в то время способна. Никаких там спайдерменов и бэтменов даже и в помине не было. У нас лешие, кикимора. Да? Какое-нибудь там привидение какое-нибудь, я не знаю. Все примитивно. Хотя, может быть, если бы людям давали бы немножко свободы бы, да, выражать свои мысли там или еще что-нибудь, возможно, все было бы немножко по-другому. И бойцов и героев у нас было бы в нашей, как говорится, литературе поболее. А не только какие-то там демоны, да, или еще там кто-нибудь. Там, например, как это, Вий. Да, про демонов. Мертвые души, но это там больше немножко другому склоняется, но все равно мертвые души, в принципе, актуальны до сих пор при нынешнем, как говорится, исполнении. Да, куда деньги уходят? А, туда. А куда именно? А, в мертвые души. Они ничего предъявить не смогут. Так, ладно, ребята, у нас с вами получается последняя волна, да, мы с тобой получили только что Шинигами, сейчас мы получаем Алапекс, и в принципе все. Мне эта серия понравилась тем, что я ее проиграл на расслабоне. Особенно вот это вот состязание, так как они за меня тут бьются, я просто сижу и вспоминаю какие-то старые истории бабкины небылицы. Так, бьем сюда. Я уже думал, что Супер Шреддер училку не добил 70 уровня. Хотя смотри, Армагон тоже не смог добить. Ого, училка 70 уровня, смотри-ка, сколько нанесла урону именно Усаги. Я не могу сказать, что это четверть или еще что-нибудь, но это приличное количество. Так, Усаги что делает? Баф. Баф, контратака, плюс двойная атака, в принципе, неплохо. И... О, блин, я думал, что Лео делает вертушку. Нет, он сделал обычный удар. Алапекс. Дюх. Смотри, даже Алапекс мне нанесла по минималочке урона. Ну, Леонардо больше получил. Он еще и месть делает. Что-то Усаги сегодня в ударе. Бафается и бафается. Так, контратака. И остается у нас с тобой Эйприл. Ну, вот зачем вот он делает вот массовую атаку для этой Эйприл. А теперь мы пришли к боссу, и у нас... практически никаких суператак нету. Ни одной. Хотя, нам это не важно, да? Может быть, нам переключиться лучше самим? А, ладно, они завалят. Они уже понизили атаку. И добили. Три удара всего лишь надо было. Вот как-то так. Ну что, получаем с тобой кунаичи, ДНК. И что? И смотрим, что мы можем здесь пофармить. Ну вот смотри, здесь тоже, в принципе, неплохо, да? Давай рискнем. Сколько здесь? 8, да, тратится у нас? Кукла Дарома, я очень рад. Но это не то. Вот. Эйприл Кунаичина выпала. А вот интересно, выпадет ли нам с тобой Шинигами? Нет, выпало 40 жетонов. Но, тем не менее, все равно хотя бы кунаичи достали. Считаю, что это тоже, ребята, неплохо.
Ну вот, в принципе, и все. Что, что мы могли сегодня сделать, мы сделали. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас. Он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.